Сверни ему шею, ворюге проклятому! Чудовищу конец, это как пить дать. Олаф его вмиг уделает, вот увидишь. Эй, Олаф, не боись, мы тебя не бросим. Точно, выручим, если что. Дадим уроду в рыло, так что зубы брызнут. И что теперь? Олаф укаюк. Зверюга его сцапает, к гадалке не ходи. Надо линять, пока она и нас не сожрала. Да, я, видно, снова поправился. Слишком уж мне нравится стряпня Алии. Когда выберусь отсюда, скажу ей, что порции могли бы быть и поменьше. Она, конечно, не послушает, но хоть совесть очищу. Авось да пригодится. Моя старая добрая веревка. В щели вокруг валуна струится воздух. За ним наверняка выход. Монстр использует этот валун как дверь. Это видно по отметинам на земле. Надо его откатить и освободить выход на тот случай, если начнутся проблемы. Глина. В этом месте она изрыта и гораздо мягче, чем в остальной пещере. Однако, крестьяне сказали, что тут шалит грязи гигант, а это Дальсимиан. Трепачи несчастный. Ничего толком не объяснят, а я расхлебываю. Если срочно не придумаю, как быть, то я влип. Нападать на Дальсимиана с кинжалом — это самоубийство. Пусто. Пусто. Надо подойти поближе. Эта палка прочнее, чем остальные, а хорошая дубинка мне не помешает. Клетка связана веревочками. Авось да пригодится. Эта палка прочнее, чем остальные, а хорошая дубинка мне не помешает. Свяжу вместе куски бечевки, а то потом придется рыться по всей сумке. Ну вот. В результате получилась довольно длинная бечевка.
там вино. И хорошее вино. И где он его тут нашел? Кувшин полный превосходного вина. Пусто. Надо подойти поближе. Возьму, пожалуй. Тьфу ты, тяжелая, не поднимешь. Ну ее, слишком много шума. Если чудовище проснется, мне конец. Эти существа опасные противники. Я не выйду с ним на бой, пока не найду выход из пещеры. Эти существа опасные противники. Возьму один камушек. Статуя Дальсимиана в два дальсимиановых роста, незаконченная. Статуя Дальсимиана в два дальсимиановых роста, незаконченная. Она не успела созреть, но это не помешало монстру ее украсть. В корзине полно краденных фруктов и овощей. Thank you.